Всем привет! Меня зовут Даша, и это очередной урок по мобильной фотосъемке. Сегодня мы находимся в сквере, и это не случайно, а именно потому, что мы будем проводить фотосессию с животными. И в этом нам поможет Вика и Лимон. Hey! Ну что, поехали? Если вы собираетесь устраивать фотосессию с животными на улице, то выбирайте для себя более удобную одежду, и которую, возможно, не жалко будет испачкать, потому что животные довольно активные, и за ними придется и бегать, и иногда даже ползать. А также обязательно берите с собой воду для себя и для животного. И обратите внимание на шерсть и на глазки животного, чтобы они были чистыми, ведь бьюти-процедуры также важны не только для людей, но и для ваших питомцев. Пару слов про ракурс. Очень важно снимать ваше животное не с высоты вашего роста, а опуститься на высоту роста вашего животного. Таким образом, вы правильно передадите пропорции вашего животного, и кадр будет смотреться лучше. А также можно сделать очень смешную фотографию. Можно приблизиться к собаке или к кошке еще ближе и снять крупный-крупный план. Конечно же, пропорции вашего животного немножко исказятся, но зато будет очень забавно. Важно, чтобы животному в кадре было комфортно. То есть выбирайте место, которое он уже знает, и где он был. И не заставляйте его делать то, что он не умеет и никогда не делал. Ваше животное будет испытывать стресс, и хороших кадров точно не получится. Если у вас есть задача снять портрет хозяина с животным и передать их любовь, взаимодействие, то обязательно на вашем телефоне выставите серийную фотосъемку, потому что действовать придется быстро. В каждую секунду может картинка меняться. И главное, чтобы в кадре было достаточно освещенности. Если вы хотите снять портрет животного, но он смотрит не в ту сторону, то держите либо игрушку, либо вкусняшку рядом с вашим телефоном, и тогда он будет смотреть туда, куда нужно. Не забудьте про крупные планы, именно они передадут истинную дружбу и любовь между хозяином и животным. Ну что ж, на сегодня все. Я надеюсь, что этот ролик был для вас полезным и интересным. Классных вам снимков, хорошей дружбы с животными и пока!